Раскрасить свои трудовые будни решили работники профсоюзов. Они показали, что им под силу после тяжелого рабочего дня еще и попеть от души. Второй год областной творческий фестиваль профсоюзных талантов собирает работников различных сфер в теплой и интересной атмосфере. Яркие и с творческим потенциалом. Они не только сами идут вперед, но и ведут за собой других. В этом году сцена собрала 15 молодых профсоюзных лидеров. Их увлечение – музыка, танцы и все, что объединено в слове «творчество». Выступали как отдельные исполнители, так и творческие коллективы. Все они стали частью зрелищного концерта. Сегодняшний фестиваль – это, безусловно, тоже праздник. Это возможность, наверное, подняться над будничной суетой, стать немного радостнее и вдохновеннее. Душа каждого гостя и участника теперь надолго наполнится радостью и восхищением. Организаторы планируют сделать фестиваль традиционным.